Около 10 лет. У меня не этой собаки, у меня много собак. И я давно держу афганов. Около 10 лет назад мы начали кормить своих собак экономно. Извините, я могу переспросить? Вот для этой собаки или вообще для моих всех собак? Это вот этот же вопрос. Стойче, переводи мне, пожалуйста. Да, это было, сколько времени вы пользуетесь экономно? У меня в доме живет много собак, кроме этой. И я давно занимаюсь афганами, более 20 лет. Поэтому кормами экономо мы начали пользоваться около 10 лет назад. Потому что экономо – это очень хороший корм высокого класса, и этой собаке этот корм позволяет быть в хорошей физической форме и иметь очень красивую шерсть, которая необходима для афгана. Должно содержаться омега-3 и омега-6. Потому что я считаю, что это самая красивая собака для шоу. С очень красивой шерстью, фантастическими движениями. Это очень темпераментные собаки, но немного замкнутые. Шерсть афгана требует очень регулярного ухода. Это залог успеха. Что уход за афганом должен быть обязательно 2 раза в неделю. Около 3-4 часов для взрослой собаки. 1 или 2 раза в неделю в зависимости от качества шерсти. Для меня это великое событие в моей жизни. Потому что это невероятно красивое шоу. И здесь собираются лучшие собаки, лучшие заводчики и лучшие хендлеры. И можно со всеми пообщаться, это, увидеть всех сразу. Это прекрасная возможность для любого заводчика и хендлера. Этой собаке 2,5 года. У нее нет специального названия, она не у всех афганов растет. Но это украшает кобеля, делает его более мужественным. Есть способы, чтобы уберечь эти уши от воздействия окружающей среды. Можно одеть шапочку или защитить уши пельетки, вот как-то. Бумага. Да, одевается специальная бумага, которая защищает шерсть на ушах. Afghan Hound. Number 21. It's okay. Max. Yes.